Хочу сказать, что поступает очень много вопросов и по стилю, и люди спрашивают, кому что подходит. Но когда ты видишь вот так вот человека, он стоит перед тобой, и ты понимаешь, что ему подходит, он, как бы ты его просвечиваешь. А вот так вот, как бы виртуально, очень трудно сказать, кому что подходит. Но вот поступил вопрос, что подходит на фигуру грушу. Я сделала примерный эскиз. Что нужно на фигуру грушу? Это я просто вам говорю не как стилист, конечно, а как конструктор. Смотрите, обязательно нужно вот это пространство, которое у нас большое в бедрах, обязательно его нужно разделить. Вот я сделала такое аккуратненько платьюшко. Вот тут вот две полосы у нас, допустим, из отделочной ткани. Вот они отделочно идут. И вот тут уходят в маленький разрезик. Обязательно нужна многодетальность наверху. Какой-то воротничок, увеличенное плечико, там даже может быть плечик, вот тут складочка на рукавчике. То есть вот это место вверх должно быть многодетальным и как бы создавать впечатление, что у нас здесь больше, чем есть на самом деле. А вот это место, я не рекомендую именно этот фасон, нет. Я просто даю советы, обязательно вот тут должно быть разделение. Ну и, конечно, комбинирование одежды из разных двух тканей и комплектность. То есть на такое платье можно одеть маленькую жилетку и еще как-то его там сделать, чтобы было, ну, чтобы не было вот такого просто ровного силуэта. Не с каждой фигурой можно носить вот такое ровное, гладкое платье. Однотонное сверху до низа, закрытое, с рукавом. Это будет вот просто все подчеркивать. Нужно композицию уметь вот так вот разбить. Ну, я примерно вот такой накинула эскизик, у кого фигура груша. Основное правило – разделить и увеличить многодетальность вверх. Ну, конечно, вопросы поступают, мы на них пытаемся ответить. Я чувствую себя немножко неловко, потому что, конечно, я не стилист, но я отлично понимаю, кому что подходит, как бы, потому что я всю жизнь крою одежду для людей. Именно создаем, строим конструкции, подбираем, комбинируем и так далее, и так далее. Ой, не обижайтесь на меня, стилисты, но посмотрела я несколько видео на Ютубе, как стилисты чего там советуют. Но это ж просто ужас. Послушала, очень удивилась. Насколько надо не уважать народ, к которому ты обращаешься, не уважать даже свою страну, и насколько надо давать советы, и насколько надо унижать публику, что вот мы тут в России все такие, вот мы там такие, вот мы одеваться не умеем, вот мы то, мы сё. Каждый из нас старается, как можем, так одеваемся. Я за то, чтобы каждая из нас включила свою голову, старалась, немножко подумала, прежде чем выйти на улицу или куда-то в офис, и чтобы мы были, ну, более-менее, что можем для себя могли делать, потому что сейчас такие времена, очень сложно. Я уже вам всем говорила и снова говорю, что как бы, когда мы доживем до хорошей фигуры, думаю, что никогда. Вот возьмите меня, если я до 58 лет не дожила до этой хорошей фигуры, то где же я ее возьму сейчас? Конечно, нет, какие есть, такие одеваемся. У кого талия большая, нужно уметь выбрать фасоны или знать, как скомбинировать одежду. Понемножку мы будем в этом направлении работать. По фигуре груши хотя бы какие-то основные рекомендации вам дала, пожалуйста, может быть, кому-то они пригодятся. Очень я рада. А если уже совсем хочется немножечко так припрятаться и не все всем показывать, даже к такому платью, пожалуйста, сделайте длинный такой жилет из полупрозрачной органзы, который у вас тут будет на несколько кнопочек застегиваться, от талии вниз расходиться, полупрозрачная ткань, не утяжеляет, и вы будете очень хорошо себя чувствовать. В этой жилетке также можно сзади сделать шлицу. Можно ее сделать с воротником, если вот тут у нас в платье нет воротника. Если здесь есть воротник в платье, то, конечно, уже как бы не надо делать это. Воротник в верхней части накидки. Кто любит брюки, мы потом рассмотрим еще в будущем несколько комплектов с брюками. Сегодня дала вам очень маленькие советы, но думаю, что они кому-то, если пригодятся, я буду очень рада. Пишите, попытаемся больше отвечать, пока отвечаем сколько можем.